Клуб Берн. Маршалы проводят последние приготовления перед боем. И бой начался. Смотрим. То бой, бойцы, разошлись по своим сторонам. Стартовал второй раунд поединка между командами Тверд и ППШ. Стоп, бой! Маршал принимает решение, что со счетом... Вы с ними встретитесь обязательно через 30 минут. И я передаю микрофон. Нет, не передаю. Тем временем у нас начался третий раунд. Мы... Смотрим, кто же победит, команда Тверд из Твери или ППШ, клуб Берн. Не берегут горло, из трибуны поддерживают своих бойцов. Предлагаю то же самое сделать всем, кто видит этот поединок. Покричите, поаплодируйте тем бойцам, которые сейчас, несмотря на усталость, несмотря на ту тяжесть, которая на них одета, продолжают вести бой, чтобы узнать, кто из них лучше. Стоп, бой! Стоп, бой! Маршал выносит решение. 4-0 в пользу ППШ.